Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Октябрь, 24. Блаженный Елизвой, царь эфиопский. Жил в то время, когда Аравией управлял гонитель христиан иудей Дунаан. Благочестивый Елизвой не мог равнодушно видеть, как уничтожает верующих во Христа, и объявил Дунаану войну, но поход его был неудачен. Желая узнать причину поражения, Елизвой по указанию свыше обратился к некоему затворнику. И тот открыл царю, что он поступил неправедно, решив отомстить Дунаану, ибо Бог говорит: «Мне отмщение, я воздам». Затворник посоветовал блаженному Елизвою посвятить Богу последние дни жизни, чтобы избежать гнева Божия за самовольную месть и победить Дунаана. Святой Елизвой дал обет Господу и, отправившись с войском на врага, победил его, взял в плен и казнил. После победы святой оставил царство, затворился в монастырской келье и 15 лет провел в строгом воздержании и подвигах. Умер около 553-555 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.